нужно читать. Смотрите, дома, в которых находятся ваши помещения, живет население города Запорожья. А мы не население. Мы не население. Мы платим вам налоги. Мы платим вам налоги раз. Во второе, мы оплачиваем коммунальные услуги 100%. Не надо про население. Население, рассказывайте. Погнали народ в нищету. Посадили на субсидии, вы рассказываете. Население получает субсидии. Слушайте дело или нет? Читайте. Больше половины населения получает субсидии. Давай читай. А мы теперь нас решили загнать на субсидии, да? Вы с нас хотите превратить в нищету. Сказали, не надо про население. Мы вам этого не позволим. Читаю. Где совести хватило вчера пригласить сюда пенсионеров и рассказывать им такие плохие предприниматели, да? Что ты машешь головой? Мы не говорили. Мы не говорили. Мы слышали, что ты говорил. У тебя не только совести нет, у тебя ума еще нет. Понимаешь или нет? Твое место где-то на задворках, семечками иди торгуй. Вы пиляете бюджет, который наполняет... Где направила народный депутат, автор закона, направила письмо. Где ответы есть? Что вы нарушаете закон, читал или нет? Автор закона пишет о том, что ты нарушаешь законодательство. А ты рассказываешь мне, что мы действуем в рамках закона. Методики еще нет. Где методика? Ее разрабатывают три организации, включая европейскую. И она будет готова только в феврале. У нас старые договора. Где новые договора? Мы должны работать по договорам. У нас они есть. А вы придумали, вы что, самые умные в этой стране или что? Вы придумали свою методику?